Вторая серия. Первая была ошибка вышла. На стене висели в рамах бородатые мужчины, все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил: вы больны, и меня заколотило, и сердечное светило улыбнулось со стены. Здесь не камера, палата, здесь не нора, скамья, не подследственные ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то, подмахну давай не глядя медицинский протокол. Мне известен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет в желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденым, хочешь лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал. Но и врач мнилый камшит, он хитер и осторожен. Да, вы правы, но возможен ход обратный, говорит. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем параноик, и пойди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку. Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепкий, все в меня. Правда, прадед был незрячий, свекр мой белогорячий, но ведь свекр не родня. Доктор, мы здесь глазу на глаз, отвечай же мне, будь скор, или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор, мои санитары и светило все смутились, законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке как бы влагой замутились, у отца желтухи щечки вдруг покрылись белизной. И нависло острие, в страхе съежилась бумага. Доктор действовал на благо, жалко благо не мое. Но не лист, перо стальное, грудь проткнуло как стилет. Мой диагноз паранойя, это значит паралет, это значит паралет.